Добрый день, уважаемые отдыхающие. Приехали мы сегодня на Красную Поляну заселиться в отель «Новотель». Вот такой вот гостиничный комплекс. Рядом находятся фуникулеры, или как еще называть, канатные дороги. Горы. Высота 960 метров, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас спущусь вниз, посмотрю, что есть снизу рядом. И пойдем заселяться. Посмотрим, какой у нас номер будет. Снег еще в горах лежит. Поднимусь вот здесь по лестнице наверх, посмотрю, что там есть. Не просто покрашено. Как покрытие. Ага. Терраса какая-то. Нету ни стулов, ни стульев, ни столов. Белый гриб, ресторан. Да, здесь в разные стороны канатные дороги уходят. Но сейчас часть не работает, потому что они только зимние. Именно на трассы уходят, на горнолыжные. Для проживающих в отеле спуск вниз и подъем снизу до отеля. Все можно сделать с помощью карты. Также можно на прокат взять квадроциклы, покататься. Зимой снегоходы. Багги также можно по горным рекам покататься. Но вид, конечно, шикарный. Это снежные пушки, похоже, стоят вдоль подъемника. Стрелецкий двор. С лука пострелять можно. С ребенком придем. Попробует пострелять. Не Елена, Ольга Яковлева. Отдыхать всегда хорошо, тем более в таких красивых местах. Еще поднимемся, посмотрим, что там наверху.
Ладно. Идем в отель. Заселили нас в 6016 номер. Вот такой вот номер. Сразу со шкафа начну. Сейф. Гладильная доска, утюг, принадлежности обувные, все хорошо, тапочки, щетки, вешалки, пледы, замечательно. Вот такая ванная, полотенце, халаты, душевая кабина. Унитаз. И вот такой умывальник. Чайник. Штопор для вина обязательно нужен. Холодильник. Телевизор. Большая кровать. Мягкая. И вот такой вид из окна. Внутренний двор, но с видом на горы. Интересная здесь постройка какая-то, башня. Подъемники наверх идут. Вагонетки катаются. Красота. Здесь интересно увидел. Выключатели нет, светильники есть. Это тоже светильник. А управление светильниками, вот оно. Также здесь розетка сделана. И вот управление. Допустим. Так, вот это включается. Точечная. Освещение им же выключается, можно полностью освещение включить, и все полностью можно выключить. На первом этаже ресепшн фитнес, и седьмой этаж — это ресторан и лыжная комната Skyroom. Кстати, сейчас пройдусь по низу и скатаемся на седьмой этаж, посмотрим. Кстати, вот ресепшн, здесь тоже лифт. Здравствуйте. А вас можно снять? Народа нету? Мы будем только рады. Особенно если вы где-нибудь нас прорекламируете. Ну, я так вот у себя на канале. Комната релакса. А где у вас что есть? Как посмотреть можно? Давайте, я вам сейчас все покажу. Покажите, пожалуйста. Здесь у нас комната отдыха, чай краснополянский, 4 вида. Здесь паровая, здесь сухая и 2 душевых. Ни джакузи, ничего. Паровая, ух ты. Да, а температура какая? 47 сейчас. Если надо побольше. А сухая? А сухая 110 я делаю. 110. Посетим? Пожалуйста, приходите, не вопрос. Тут и здесь у нас массажные комнаты. У нас работает девушка с Бали. Балийский массаж. Массаж с омовением ног, с лепестками роз, все как положено. Ну и ценник. Довольно-таки лояльный. Балийский, нет? Ну нет, там 3500 часовой массаж, 2500 полчаса и тренажерный зал. Можно пройтись, да? Конечно.
Тренажерный зал. Ну, наполняемость-то хорошая зала, и тренажеры хорошие. На отдыхе можно и позаниматься. Прохладно, кондиционер работает, вода есть, полотенце. Вот такой спа. Данную картину вы можете отправить транспортной компании в ваш город. Арт-студия «Лыжник», 8000 рублей, холст маслом. Бар, лобби-бар. Ресепшн, где мы оформились. Досмотровая рамка здесь. Для безопасности на входе можно обувь почистить. Поднялся на 7-й этаж. Здесь есть детская комната. Добрый день. Поснимать можно? Посетителей нету? Посетители есть, да. А, ну я там не буду совсем. Вот ресторан вот такой вот. Уютный. Здесь завтраки, здесь обеды. И также можно ужин оплатить дополнительно. С видом на горы. Здесь же приятно провести время. Добрый день. Благодарю. Всего доброго. Небольшой, но уютный ресторан. Спускаемся. Ну и пока ожидаете заселения на ресепшн, дети могут поиграть в настольный футбол. Также можно посидеть с обоих сторон в удобных креслах, как с одной стороны, так и с другой стороны. Досмотр багажа. Выходишь на улицу, запах воздуха. Все-таки горный он и есть горный воздух. Адрес отеля: улица Горная, 11, это Сочи, Красная Поляна, Роза Хутор, Горная, 11. Немножко солнце приопустилось, сейчас пойдем спустимся вниз, посмотрим, прогуляемся снизу, полюбуемся этой красотой сверху, с подвесной дороги. Спать.
спустились, потом будем подниматься уже вечером, тоже сниму. Вот сейчас мы внизу находимся, это вот эта отметка 540 метров, а подниматься мы будем на 960 метров, это вот как раз горки город, где у нас отель Новотель. А дальше вот это все, это маршруты, которые можно посещать. А наверху вот отметка 2200 и 2375. Там, не знаю, сейчас катаются, но, судя по всему, вполне там может лежать снег. Вот такие высоты здесь. Погуляли маленько и поехали назад наверх. Хорошо, пешком не надо ходить, на автомобиле можно не ездить. На подъемнике спустился и все. Торговый центр со стеклянной крышей. Даже автомобиль забрался, бурилка буровая. Вот бы так уметь передвигаться по горам быстро. Так сам Новотель смотрится из кабинки. Отель в горах. Приехали. Выходим. Даже вот такой вот вид, лежа в мягкой постели и видеть горы через тюль, это многого стоит. Ну вот и прошли наши дни отдыха в отеле Новотель. Прекрасный отель, прекрасный персонал, нормально относятся к просьбам. Как говорится, на все реагируют быстро и по мере возможности и необходимости исполняют твои прихоти. Новотель находится на отметке 960 метров. Отличный отдых. А мы переезжаем в другой отель. На этом все. Всем приятного отдыха. Всего вам доброго.